Сегодня сразятся команды, которые на данный момент идут внизу турнирной таблицы. «Нефтехимик» из Нижнекамска и «Салават Юлаев» из Уфы. Ну вот, пожалуйста, и первый голевой момент создает «Салават Юлаев». Дроздов бросок! И 1-0. Реализовано большинство достаточно быстро, всего за 25 секунд. В дальнюю по отношению к себе девятку Иван зарядил. Да так мощно, что шайба молниеносно улетела из ворот. Как и накануне, «Нефтехимик» начинает с пропущенной шайбы. Давайте посмотрим, как это было. Тормозить шайбу не удалось за воротами. А вот момент, бросок, и Тихомиров спасает. Еще эпизод. Там Сериков помешал Пустозерову опустить клюшку на лед. Башкиров. С неудобной бросок, и еще добивание. Тихомиров такое ощущение, будто посчитал, что шайба прошла мимо ворот в дальний угол, а она-то осталась наброс. И вот момент хороший. Самонов спасает свою команду и заслуживает аплодисменты в виде постукивания клюшек о борта со стороны тех игроков «Салавата», кто, скорее всего, сейчас располагается, когда можно было бросать. И вот еще один с кистей. Самонов отбивает. Ну что, начало неплохое от «Нефтехимика». Владислав Ефремов. Неудобно. И тут еще и Рауль Якупов. Такое ощущение, бросок хороший. Сейчас про Якупова поговорим. Купцов атаковал, накатывая на шайбу. И бросок получился очень мощный вот у этого парня. А в предыдущем моменте так показалось, что Рауль Якупов... Если бы не в створ, то это был бы проброс. Науменков. И снова потеря. Бросок мощный. Науменков принимает на себя. Но исправляет собственную ошибку. 50 секунд до появления пятого полевого. Бросок Тихомира выручает. И еще момент. Тут рикошет. И шайба отправляется в ворота. Отличное спасение Андрея Тихомирова. И дальше, случается... После видеопросмотра определено. Или не гол. Шайба забросила ногой. Взять его вроде засчитано. Не засчитано, но, в общем-то, да. Не удержал Бирюков. А это Рауль Якупов. Рауль Якупов! Последний момент. Шайба ушла с клюшки. Обыграл двух обороняющихся у «Салавата». Но при этом в самой завершающей стадии этой атаки удача отвернулась от Якупова-младшего. Последняя минута второго периода. Науменков пас на дальний план. Колидов с кистей. Бросок. Добивание. Там шайба скакнула все-таки в ворота и отправилась прямо в них. 2-0 за минуту 22 до конца второго периода. Егор Сучков принял поздравления сейчас. Но нам необходимо посмотреть на эту шайбу с разных ракурсов. И давайте это сделаем. Вот бросок. Это передача Колидов. После видеопросмотра определено. Удара по шайбе, кольком, нет, хороший гол. Нет, все-таки это гол. И это 2-0. Освободил доступ к ней соперникам. А вот это уже опасно. Шмелев бросок, и Тихомиров тащит, оставляя команду в игре на старте периода. Заброс сейчас «Салават» третью. Энтони Камара с шайбой. Бросок нанес. Василевский принимает. И отскок получился такой, что могли еще и вторым темпом добавить «Волки». Не получилось. Но пока все идет. А давайте не будем забегать вперед. Пока розыгрыш, передача Якупова, добивание и 2-1. «Салават» пропускает, а «Нефтехимик» заносит с мясом эту шайбу. Может быть, и по ее части тоже будут вопросы. Не исключаем этого. А может быть, арбитрам и не понадобится в третий раз отправляться сегодня на судейский столик, смотреть видео для того, чтобы удостовериться, что шайба по правилам. Достаточно мощно пустил ее по закруглению борта. Клок. Пас. Еще передача в касание. И бросок от Купцова. 2-2. Сергей Купцов сравнивает результат и реализует Нижнекамск второе большинство во втором, в третьем периоде. 2:56 играть. И снова эта же бригада. У Олега Леонтьева срабатывает. Давайте посмотрим. Вот Клок. Падение и «Салават». Теперь вперед. 3-2 атака.
У хозяев передача на пятак, там в конек Рыкову шайба попала. И рикошетом отправляется за спину Тихомирову. Но сегодня день рикошетов, или вечер скорее. Минуты не прошло, а Салават снова ведет. И не случайно Рыков смотрит на медиакуб. Он смотрит на время, сколько еще осталось отыграть командам. Мало, 137 секунд. Хмелевский принимает поздравления. И вот этот пас вроде оборвали, но Хмелевский вот так с разворота. Ну а Цулыгин делает голевую передачу, и таким образом защитник исправляется за пропущенную после его удаления вторую шайбу его команды. Последние две минуты, и Салават Юлаев, посмотрите-ка, заносит еще и четвертую. Очень быстро, за полминуты, Салават Юлаев не только минимальное преимущество, преимущество в плюс 2 себе возвращает. То, с которым команда начинала третий период. И здесь, конечно, нефтехимик просел в защите настолько, что позволил Уфе расчерчивать вот такие комбинации пустозеров. Разбирался с Тихомировым на пятаке. И во время вот этих предсезонных турниров как раз возможность есть для того, чтобы работу над ошибками проводить. Хмелевский тем временем ставит точку в этом матче. Красиво отправляя шайбу в девятку и оформляя дубль за каких-то две с небольшим минуты. 15,7 секунд до конца третьего периода и этого матча. У нас, напомню, друзья, еще буллитная серия состоится напоследок. По 5 попыток с каждой стороны. Дроздов с игры сегодня забрасывал. А что в буллитах? Так, раскачал и под щитком отправил. Первая в этой серии есть. После трех попыток с каждой стороны. Энтони Камара, попытка номер 4 от нефтехимика. Завтра фонбет Кубок Блинова продолжится, друзья. В 3 часа дня по Омску встречаемся на игре Салавата Юлаева и Локомотива.